Сегодня, друзья, мы будем готовить с вами икру, чтобы завтра покушать. Икру будем готовить в походных условиях, потому что мы находимся на рыбалке, и нам захотелось икорочки. Вот сегодня я поймал трофея, вот такого 5-килограммовую щучку, а то даже побольше. Значит, мы с ней вытащили икру. Наша задача сейчас быстренько, пока она свеженькая, освободить икру от мешочков. Я это буду делать все руками, потому что руки чистые. Все это и ложечкой вот так вот подчищать ее. И уже завтра, а практически даже, может быть, даже сегодня вечером, мы будем кушать икру. Чистим корочку, очищаем ее от плевочки. Так. Вичик, Вичик, на, Вичи, на, иди сюда, на. Не видит, не слышит. Так, ну Сенечка, у меня отлично, я всю ее почистил. Дай тебе Ричку. Вон там. Вичи, на. На икру, будешь кушать икру? На. Все. Теперь мы это все дело сейчас солим и ставим до холода, в холод до завтрашнего дня. Завтра в обед мы ее будем уже кушать. Так. И теперь все это пересаливаем. Ой, перемешиваем. Какая она чистенькая вся. Ну, тут где-то, если попадется сейчас маленький кусочек, мы его уберем. То есть маленький проще убрать, чем большой, огромный. Вот так вот у нас все. Вот у нас получилось практически целая мисочка икорки. Это ж можно просто объедаться. Завтра вообще можно даже суп не готовить. Да, Анют? Да, то есть вот главное, чтобы она не замороженная была. Она была молодая. Лопаются. То есть если икра будет переморожена, ну то есть, допустим, мы ее поймали, привезли замороженную домой, а потом начинаем готовить, то она лопается. Икриночки при обработке. И уже не то. Выход икры будет очень мелкий процент. Ну вот, считаю, что икру я посолил. И до завтрашнего дня, а может до сегодняшнего вечера. Все. Икра готова. Ждем небольшое время и, как говорится, приятного аппетита. Это для тех, кто в спартанских условиях в походе. Видите, готовлю прямо на поленке, вот, в мисочке. То есть все на коленках. Получилась вот такая корочка. Красивая.
вечер добрый. У нас будет легкий фуршет. Легкий ужин. Легкий ужин. С деликатесом, который наловили сами. Икра. Буквально суточного засола. Малосол. Уже вполне готова. Вещь исключительная. Вчера засолил, сегодня снимаем пробу, кушаем. Да, исключительно. Сейчас помоем руки. Мы только что приехали с рыбалки. Как раз вот будет замечательный ужин. Берите, пробуйте, снимайте. Вальдемар нарезал батончика. Ух, какая икорка, смотрите. Она прям... рассыпчатая. У меня сыпчатая. Слюнки текут уж, друзья, извините. Да. Вкуснота, держите. Сейчас икра будем. Еще молодая, не дозрелая, но это не сколько, но это нисколько не умаляет ее вкусовых качеств. Приятного аппетита. Приятного аппетита. На соль угадал? Угу. Золотые руки. А у меня чесночок есть? Ты так не будешь хочешь? Очень вкусно. Краска. Ложкой. Даже можно чуть-чуть меньше. Хотя, в принципе... невероятно. Да? Дальше тебе как? Сами поймали, тут же сделали, тут же кушаем. Да. Заряд витаминов, бодрости, без всяких там химикатов, обшпаривания кипятком, консерватов. Она прямо легенько отобралась вчера, и все показал. Можно кушать. Прямо ложками. Да. Не хулигани, Вич. Мы же тут кушаем. Да, великолепно. Когда свежий продукт, цены ему нету. Приятного аппетита. Выезжайте на рыбалку. Отдыхайте. Рыбачьте с нами, кушайте с нами. Да. Ой, прям. На этой прекрасной ноте мы с вами прощаемся до завтрашнего дня. А что у нас будет завтра, мы завтра увидим.